Итак, знакомьтесь, поет в синем углу. Ему 22 года, рост 178 сантиметров, вес 78 килограмма. Его профессиональный рекорд 9 побед, 3 поражения при одной ничьей. Представляющий клуб «Альфа-профи» Чолпан-Ата, Кыргызстан, вот он, Этил Дракончик Есенкума! Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 27 лет, рост 177 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед, 3 поражения, дамы и господа. Из Бишкека, Кыргызстан, Фотов, Палатбек, Урбатбеков. Рефери поединка Николай Шарипов. Thank you.
тренируемся. Давай, 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 давай
заключительный трезвенок. Работа, молодец, работа, 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 работ
Итак, поединок завершен. Слово на судьями. Итак, уважаемые дамы и господа, счет судейских записок по завершении трех раундов боя 30-27, все трое судей. Таким образом, единогласным решением победу одержал Этил Ясенкова! И аплодисменты его сопернику Палатбеку Урматбекову!